Всем доброго времени суток, меня зовут Катерина Воронцова. В этом видео я расскажу о том, как воспользоваться карточками «Твой бонус». И если в прошлом видео, смотрите ссылку в инфобоксе, я рассказывала о том, как их получить и активировать, то в этом видео я расскажу, как потратить подарок, который гарантированно вам предложен в каждой карточке «Твой бонус». Итак, вы их активировали в разделе «Личный кабинет», «Купоны и карточки». Как только вы оплатили заказ, у вас эти карточки появляются. Если у вас есть заказ по 13 каталогу неоплаченный, срочно оплачивайте для того, чтобы вы могли активировать те карточки, которые у вас еще есть в прошлом заказе. Так, надо активировать все, что есть, либо частично подарить. Если вам данная карточка не интересна, данная скидка, то вы ее просто передариваете, да? Вы можете подарить ее кому хотите, там, друзьям, знакомым и так далее. Если вам она нужна, мы ее активируем. Нажимаем «Активировать», и только после того, как мы активируем все карточки, которые нам нужны, они у нас появятся при заказе. Обязательно после активации вы не в черновике работаете, вы оформляете новый заказ. Через раздел «Оформить заказ», по артикулу, через корзину, то есть как угодно вам, да? У меня в корзинке уже есть несколько товаров. И смотрим. Так, мы на первом шаге складываем все, что и так есть по акциям, то есть и так по выгодным ценам. И на втором шаге нажимаем «Продолжить оформление заказа». На втором шаге находим раздел «Акции консультанта». Здесь у нас, конечно же, акция, которая не связана с карточками. Это новинка, мужской парфюм «Крузер Сафари», 50 мл, подарок 1 плюс 1. Две покупается, третья в подарок. И, конечно же, здесь у нас появились как раз те карточки, которые мы активировали. Итак, на первом шаге я сложила в корзинку восстанавливающую ночную маску для лица. Я ее хочу взять со скидкой. Запоминаю артикул 29.93 на первом шаге, я потом ее удалю. И выбираю ее здесь, например. Так, это у нас средство для ухода за кожей, например, со скидкой 50%. Открывается. Да, здесь немножко долго открывается всегда, но надо дождаться. 29.93, нахожу ее и получаю ее с хорошей скидкой. Вы помните, она была 999 в цене каталога и 740 со скидкой. Здесь она мне выходит 481 рубль. Берем одну штучку. Смотрим, сколько у меня данных купонов. У меня их 5. Видите, в списке разрешено к выбору не более 5. Это значит, что у меня было 5 карточек с данной акцией, то есть любое средство для ухода за кожей, скидка 50%. То есть по одной карточке я могу выбрать только один продукт. Здесь же очень по выгодной цене у нас получается и очищающий мусс, а вот крем для рук и ночной, по-моему, выгоднее взять в каталоге. То есть крем ночной сейчас идет по 79, крем для рук идет в наборе вместе с мылом, и цена там явно уходит дешевле. То есть вам нужно сравнить акции каталога и свою скидку для того, чтобы понять, где вам выгоднее покупать. И не расстраивайтесь, если у вас там небольшая скидочка, наверняка найдется продукт, который вам выгоднее взять не в каталожной цене, да, не в цене каталога, не в акциях каталога, а именно здесь в разделе акции консультанта. То же самое я сделаю, например, так, с маской антиакне, я ее тоже заказывала, активная крем-маска антиакне. Да, здесь она тоже дешевле выходит, поэтому здесь я ее тоже возьму. И точно так же поступите вы. Смотрим, если у нас категория другая, например, мы хотим выбрать средство для дома, нам надо найти именно раздел «Косметика для дома» со скидкой 50%. Здесь тоже, наверное, можно что-то выбрать. Если бы вы выиграли какой-то подарок за 1 рубль, он вам тоже просто так не придет, вам надо выбрать его самостоятельно. Влажные салфетки получаются все-таки в каталоге на рубль, но дешевле, не очень выгодно. Ароматизаторы здесь для автомобиля выгоднее выходят, они 99 рублей стоят в каталоге. Ну, в общем-то, вы так можете сравнивать все.
Гель очищающий для туалета выгоднее, гель для стирки здесь выгоднее. Порошки однозначно выгоднее, да? Здесь сейчас они при покупке двух такая цена идет, а здесь можно один взять по такой цене. И вот так изучая потихонечку ассортимент, либо введя артикул или наименование товара, здесь вы видели, что я вводила и название можно найти по названию, и артикул можно найти товар по артикулу. Обязательно нажимайте кнопочку «Выбрать» и «Применить изменения». После этого на втором шаге у вас все вот эти карточки будут, не все карточки, те, которые вы использовали, естественно, все будут здесь использованы. Раз я взяла ночную маску по выгодной цене, на первом шаге я ее уже удалю. Итак, касается всего, что я приобрела. Я надеюсь, что все здесь для вас понятно. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, обязательно вам помогу. Ну и вам всего хорошего. Удачи вам поучаствовать в акции Фаберлик твой бонус. 22 числа будет розыгрыш, до 14 октября мы используем карточки. И после 22 октября ждем на сайте списки победителей. Всем удачи! С вами была Катерина Воронцова. До новых видео. Пока-пока!